Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Сегодня лидеры двух стран проведут неформальную встречу. Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь. А уже завтра отдел духовных лидеры перейдут к экономике. Президенты примут участие в пленарном заседании 6-го форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланированы и двусторонние переговоры. В центре внимания будет торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в рамках союзного государства.